скажет. Читаю Священное Писание, послание к евреям, буду читать с 5 главы и с 7 стиха. Евреям 5:7. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Слава Богу! Читаю еще с Евангелия от Святого Луки и буду читать с 22 главы и с 39 стиха. «И выйдя, пошел он по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал он им, молитесь, чтобы не упасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Не находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дорогие братья и сестры, я благодарен Господу, что я сегодня имею такую привилегию и возможность в субботу столько Божьего народа в доме молитвы. И здесь мы ощущаем присутствие Духа Святого. Здесь Господь благословляет наши молитвы, благословляет нас через слово, которое проповедуют братья. И, конечно, я не могу так красноречиво говорить, как брат говорил по-русски, по-украински, можу так красномовно говорить, потому что я из Львова, розумієте, хоча и по-русски мы говорим непогано. Але все одно не так скоро можна мисль сказати на русском языке. І ось, дорогі браття і сестри, уже з Петром Моїсеєвичем ми в братській говорили. В 2000 году, ще в старому домі молитви, я пам'ятаю, теж це було в суботу, стільки було народу Господнього. И даже помню этих братьев, даже помню, что я говорил и так дальше. Пришло где-то 8 лет такого перерыва, я в Америку не ехал, не было такой возможности, не надо было ехать, посмотрел Америку, посмотрел, как народ Божий живет, и на Украине Господь нас тоже благословляет через ваши благословения и молитвы, которые вы заносите за нас, а мы за вас. Может, не часто мы вспоминаем друг друга, братья и сестры, но иногда Господь кладет на сердце молиться. Все-таки молиться одни за других, и это хорошо, это приятно Господу. И в прошлом году, это будет в марте год, в четверг мы были на собрании, еще два брата со мной были, Тарас и Мирон. Мы были також на собрании, вечернее собрание, и проповедовали, и благословения Господне переживали, и приехали. Одна причина, как и причина сегодня, что я стою перед вами, я так не хотел ехать этот раз. Было приглашение в сентябре прошлого года, потом в октябре, потом уже в феврале. Я просто, ну, никак не хотел. Уже в самолете сам себя успокаивал. Раз. Ладно, Господь, еще этот раз и больше я уже не поеду. Но меня направили дети сиротского дома, как и прошлый год. Вы нас благословили, и мы благодарим вас за эти пожертвования, которые вы дали для нашего детского дома. Это есть при церкви детский дом.
благодать, и это тоже дало благословение, чтобы какое-то время можно держать детей, было пять раз кормить, обувать, одевать и так дальше. И мы за это благодарим вас и, конечно, благодарили Господа, что есть Божий народ. И здесь русский, украинский, молдаван, белорусы и все вместе мы работаем на славу Господню и на то, что сказал Господь, что Он Господь есть вдов и сирот. Слава Богу такому. И вот это меня також привело и этот раз. Я ощущаю эти благословения, уже немного успокоился. Господи, благодарю, что хорошо принимают и кормят, и внимания много, и возят. Вот и брат со мной, Андрей, сидит, привез меня. И это приятно. Слава Господу и благодарение вам, братья и сестры. И, конечно, в воскресенье это будет уже причастие, как и во Львове, как на Украине, так и в Америке мы будем вспоминать смерть нашего Господа Иисуса Христа. Все мы готовились, все мы переживаем, все мы молимся, сестры и братья. И вот это слово, которое я прочитал. Много не буду говорить, время уже подходит к концу. Но хочу, так сижу и думаю, Господи, вот ты молился, ты постоянно молился, ты молился целые ночи, ты выходил на молитву к Богу и молился, и надо тебе Божественному Сыну, но ты был истинный Божий Сын, ты был истинный Бог, ты был истинный Сын человеческий, истинный человек ты был, и ты приходил на молитву всегда, и, наверное, молитва для тебя – когда ты целый день трудился, когда люди приходили к тебе с нуждами, когда ты исцелял, когда ты воскрешал, когда ты демонов изгонял, когда сила из тебя выходила, ты шел на молитву, чтобы опять черпать эту силу от Бога Отца, для того, чтобы снова идти к людям и снова являть им милосердие». Это, конечно, благословение большое. Я помню, иногда было такое, приходишь с работы, вторая смена, я работал на монтаже, очень тяжелая работа, электросварщик, опасная работа, я даже две ноги поломал, братья и сестры, там с высоты 16 метров я прыгал, такая конструкция обломалась, и я прыгаю на ноги, это 20 переломов. Мне сказали, что я не буду ходить, я буду инвалидом или на костылях, или на коляске. Но Господь сказал, ты будешь бегать, как олень. Слава Богу нашему. Молился, и Господь так сказал через сосуд. И слава Богу, говорили, 10 лет пройдет, трофируются там ноги, кости и так дальше. Все равно будешь на коляске. Я уже хожу 24 года. Аллилуйя! Слава Господу! И всегда слышит Господь молитвы наши. Слышит Господь. Это сила наша, дорогие братья и сестры. Это решение наших вопросов. Вот как брат говорил, вера это вера воспринятия Бога через Его Слово и действие согласно этого Слова Господнего. Бог сказал, иди, ты иди. Бог сказал, делай, делай, а за этим стоит сам Господь, слава Богу нашему. И вот, дорогие братья и сестры, был момент в жизни Иисуса Христа в одни плоти с водей. Он приносил, Он заносил сильным воплем. Воплем заносил моления и молитвы к тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан через свое благоволение. Благоговение, извините. Вот представьте себе, когда этот был момент, что он так молился. И вот мы имеем ответ на этот вопрос как раз в Евангелии от святого Луки, когда он в Гефсиманском саду при горе Елеонской с учениками пошел молиться, и там была большая, конечно, борьба. Борьба в молении, борьба в вопле. Борьба как раз именно, что он так молился, что капли пота его были, как капли крови. Ангел с неба сошел, дабы его поддержать.
Мы не знаем, что ангел ему говорил, может, показал ему то, что сегодня брат из 53 главы пророка Исаии читал, про то, что он будет смотреть с удовольствием на подвиг своей души. Когда он сегодня смотрит, Господь, от престола благодати, здесь, в таком и в доме молитвы, столько собралось Божьего народа, столько молодежи, столько детей, с удовольствием он смотрит, что мы сегодня молимся к нему, благодарим его, дорогие братья и сестры, и славим ему. Слава Богу нашему! Это, конечно, большая борьба. Там, наверное, все адские силы собрались, сестры и братья, для того, чтобы, может, физически устранить его, не допустить его, чтобы он дал прибить свои руки и ноги там, на горе Голгофе, кресту, чтобы вознести мои и ваши грехи и умереть за наши грехи. Но он это сделал. Его двигала туда любовь. Он и шел к любви, чтобы спасти людей своих от их грехов, и он нас спас. Слава Иисусу Христу! Ученики спали, а он в борении одержал большую победу. Он и шел по дороге Виа Долороса уже как победитель, дорогие братья и сестры. Когда смеялись с него, с одной стороны, других спасал, себя не может спасти. Когда жестоко били его римские воины, с другой стороны, тщери и иерусалимские шли и плакали другие братья и сестры, он, изнемогая, шел и дошел. Слава Иисусу, дорогие братья и сестры! Ученики спали. И то, когда Господь эту уже победу там одержал в Гефсиманском саду, он встал с молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Дорогие братья и сестры, там, где молитва, там искушения нету, потому что задействованы и пропитаны полностью молитвой. Пусть Господь нас обильно благословит, пусть вас обильно благословит, братья и сестры. Молясь, мы, дорогие братья и сестры, придем к дню, когда увидим того, которого не видя, но любим. Сегодня мы его не видим, но мы веруем в него, и этим мы как раз, по-украински говорится, досягаем спасения душам нашим. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Давайте помолимся, братья и сестры. Аминь!